Яркое солнце и минус 12 градусов по Цельсию. Погода – мечта. Но не только она благоволила студенческой спартакиаде. Уже два года как этот день объявлен днем зимних видов спорта. Сегодня проходит молодежная акция, называется «Прохладно, да ладно». Проводится она Управлением по делам молодежи, администрация Октябрьского района, правкома МСГУТа и дирекция парков. Всего собралось 10 команд. Все студенты. Спартакиада для них не только соревнование, но и возможность в буквальном смысле подточить свои навыки. Тормозить удобно. Я не очень хорошо торможу, но тут сейчас вроде бы как даже научилась, можно сказать. Как и подобает студенческим мероприятиям, игры получили веселые интерпретации. А на протяжении всего времени проходили новомодные акции. К примеру, конкурс хэштегов. Основной хэштег – это «Прохладно, да ладно», где студенты получат хорошие призы от профсоюзной организации студентов СГУТа. А наши фишки – это биатлон на коньках, где студенты будут стрелять из маркеров. Помимо креативного биатлона, студенты потягались в хоккее с мячом, шорт-треке, боулинге и даже кёрлинге. Кёрлинг – один из видов зимних Олимпийских игр. На студенческой спартакиаде представление о нем перевернулось с ног на голову. Во-первых, целью является не точность попадания, а сила толчка и скорость подвижения. Во-вторых, вместо каменного диска – девушка, сидящая в тазу. По итогам соревнований со значительным отрывом победила команда «СГУТа» «Лавина». У остальных же возможность побороться за первое место будет в следующем году. Ксения Шабаева, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.